первую очередь строительство предусматривает границы, в которых будет построен мостовой переход, это от улицы Фрунзе до улицы Шоссейная. Исходя из первой очереди строительства, развязки, которые предусматривают съезд и заезд на мостовой переход со стороны улицы Фрунзе, предусмотрено 10 съездов, со стороны улицы Шоссейная предусмотрено на сегодняшний день 8 съездов. Первоначальное местоположение Фрунзенского моста вошло в противоречие с генпланом города, и проект в целом получил немало замечаний по техническим и инженерным решениям. Но разгрузить движение на выезде из Самары все же необходимо. 6 мая документы по изменению генерального плана были направлены на согласование в правительство. Новый мост будет начинаться от улицы Фрунзе и соединять левый и правый берега реки Самарки. По замыслу разработчиков его протяженность составит 2670 метров, а шестиполосное движение позволит избавиться от пробок. Количество автомобилей в регионе с каждым годом только увеличивается. Понимая угрозу перенасыщения, в Самаре была разработана комплексная транспортная схема. Теперь в ней должно найтись место и для Фрунзенского моста. Марианна Мирная, Дмитрий Тарасов, ГИС, События.